Да, добрый вечер всем. Сейчас еще подождем пару минут. Приступим. Ну, наверное, все больше ждать не будем. Еще раз добрый вечер всем. Меня слышно? Поставьте плюсики. Если слышно. Да, похоже, слышно. Ну, отлично. Тогда давайте приступим. Значит, сегодня мы поговорим о нагрузочном тестировании, постараемся коротко, но о главном поговорить. Такой общий экскурс, больше ориентирован на тех людей, которые либо поверхностно сталкивались с этим видом нефункционального тестирования, либо вообще с ним не сталкивались. Но тем не менее, посмотрим, как пойдет дело. Да, я постараюсь немного погромче. Вот, надеюсь, так будет лучше слышно. Значит, зовут меня Кайдаш Илья. В эхо, к сожалению, нет. Никак не получится убрать. Значит, в нагрузочном тестировании довольно давно уже вообще стаж у меня порядка 5 лет в тестировании. И функциональным тестированием тоже долгое время занимался, работал конкретно в отделе нагрузочного тестирования. То есть постараюсь сейчас поделиться теми знаниями и опытом, которые у меня есть. Так, значит, регламент у нас будет, постараемся уложиться в час, на 4 части условно поделен вебинар. Да, на вопросы буду отвечать, по крайней мере, буду стараться по ходу завершения каждой из частей, ну, определенное какое-то небольшое время, если будут вопросы. Будем обсуждать. Да, и видеозапись будет стандартная. Значит, давайте приступим. Ну и так, о чем мы поговорим сегодня. Значит, начнем с того, что же такое нагрузочное тестирование и когда оно применяется. Значит, нагрузочное тестирование – это нефункциональный вид тестирования. Это автоматизированное тестирование, имитирующее работу определенного количества бизнес-пользователей на каком-то определенном ресурсе. Например, в ходе тестирования стоит задача проверки, как продукт в целом функционирует. Это узкое, целенаправленное? Нет, это глобальное. То есть функционал проверяет, там, грубо говоря, тестировщики функционального тестирования. А здесь же нефункциональное тестирование, оно более узкое, целенаправленное. Конкретно в нашем случае это нагрузочное тестирование. Необходимо проверить, допустим, определить, как будет вести себя наше решение, если с ним будет работать параллельно не один человек, как в случае функционального тестирования, а энное количество. Зачастую это огромное количество для того, чтобы определить, как система справляется под нагрузкой. Сразу же начну с примера, надеюсь, это будет более понятно. Вот, допустим, эмулируем работу оператора в банке. Что будет, если будет работать оператор
еще медленнее, чем он сейчас. Вы, наверное, все сталкивались, когда приходите, и оператор работает с каким-нибудь там приложением своим местным, и очень долго тратится время там не только на оформление кредита, потому что проволочки, но еще из-за того, что тот софт, которым пользуются наши операторы в банках, он достаточно медленный. Так вот, если он будет работать еще медленнее, человек просто уже не выдержит, он встанет и уйдет. И вот мы становимся из года в год все менее и менее терпимыми. Мы хотим все время, чтобы у нас сайты загружались быстро, чтобы мы получали сразу же информацию по запросу. Мы не хотим ждать. Если когда-то давно мы готовы были ждать, пока у нас загрузится страница, долгое время, сейчас мы хотим все получить сразу. Еще один отличный пример с госуслугами, когда только портал начал свое развитие, это был просто, это просто было невозможно ждать. Когда загрузится страница, счет бы шел даже не на секунды, а на минуты. И это отличный пример того, что не провели качественно работу по производительности тестирования и выпустили сырой продукт в продакшн. Ну вот, например, постарался объяснить, что такое нагрузочное тестирование, когда его стоит применять. Значит, как это не смешно звучит, но любое тестирование нефункциональное, будь то автоматизация, будь то нагрузочное тестирование, стоит принять, когда это, когда оно оправдано. То есть определенные диаграммы, да, в зависимости от затраченных ресурсов, да, в данном случае это человека, часы, на то или иное действие, в данном случае это тестирование, и сколько в дальнейшем это будет востребовано, и будет ли бизнес от этого выигрывать. Вот нагрузочное тестирование, тоже надо понимать, что не всегда нужно применять. Вот, допустим, пример приведу сейчас четырех сущностей. Вы попробуйте подумать, какие из них нуждались бы в нагрузочном тестировании. Допустим, первое – веб-приложение банка по ипотеке. Второе – городской сайт с кучей какого-нибудь контента, всякого разного. Третье – сайт для любителей рыбалки. И четвертое – сайт визитка фотографа. Вот какие бы из этих четырех сущностей вы бы стали проводить нагрузочные тесты? Там можете в чатик поставить 1, 2, 3, 4. Один и два. Так. Ну ладно, два. Только два. Один, два, три. Ну вот, да, почти все, кто ответил, были правы, да, это один и два. Даже больше может только один. Второй, это надо тоже проводить мониторинг, насколько городской сайт с кучей контента нуждается в нагрузочном тестировании, потому что это тоже не всегда, потому что смотря какой город, ну, такой нюансик, да, если это сайт Москвы, понятно, да, а если это какой-нибудь маленький городок типа Миасса, то нет, да. Три точно нет, потому что сайт для любителей рыбалки, ну, это все-таки не узкая ниша. Сколько бы у нас много любителей рыбалки не было, даже в самый час пик, когда самый сезон, не знаю, когда закрывается сезон нерестовый, и вы можете сразу идти рыбачить, все равно количество пользователей будет небольшое. Это. Сайт-визитка никто не ответил, вы молодцы, потому что действительно такой сайт, ну, на него пропускная способность такого сайта, она минимальна. Поэтому подвергать его нагрузочному тестированию никакого смысла нет. Это будет бессмысленная трата денег. А вот веб-приложение банка по кредиту, по ипотеке, это именно то целенаправленно, что необходимо. Просто must have, надо его тестировать. Значит, молодцы. Продолжим дальше. Просуммируем, какие же явные признаки, когда они требуются тестирования. Самое основное, это если есть требования. Это прям мы должны к этому стремиться. Это должно идти либо от аналитиков в виде оформленной технической документации, спецификации. В
которой явно прописаны требования по производительности. Если этого нету, тестировщик вообще должен по-хорошему добиться. Вы, допустим, понимаете, что вот у нас есть веб-приложение по выдаче кредита. Вы понимаете, что должны быть какие-то условия, чтобы производительность была учтена в вашем тестировании. Вы составляете тест-план, в котором описываете, что вам нужно нагрузить тестирование, еще как-то уведомляете всю команду, что это необходимо сделать. И если этого нет в требованиях, вы должны добиться того, чтобы они там появились. Ну, это хорошая практика на самом деле. Ну, либо идти от обратного. Это другая сторона медали. Это если продукт в перспективе может быть востребован. То есть сейчас вы планируете какой-нибудь стартапчик, вы даже не знаете, выльется ли он в серьезный проект, но, тем не менее, у вас есть какие-нибудь грандиозные наполеоновские планы, и вы думаете, там, да, первый квартал у нас будет там 100 человек, во второй квартал у нас уже будет 10 тысяч человек, а в третий квартал у нас будет 1 000 000 человек. Вот чтобы вы хотите, чтобы в третьем квартале у вас ваше приложение не загнулось, вы там уже с первого квартала начинаете проводить нагрузочное тестирование, выявлять узкие места и понимать, ага, там нам надо докупить столько-то дата-центров, чтобы у нас либо оптимизировать запросы в базу данных, оптимизировать наш код для того, чтобы мы не словили проблемы уже в дальнейшем, когда у нас количество пользователей будет большое. Ну, собственно, вот, да. Значит, да, давайте, наверное, об этом мы как раз поговорили. Вопросы, если есть какие-то, давайте быстренько задавайте и пойдем дальше, если вопросов нет. Не стесняйтесь, может, что-нибудь непонятно там. Так, ну, судя по всему, вопросов нет. Тогда, надеюсь, они в дальнейшем появятся. А самое глобальное, о чем мы сегодня поговорим, это как раз-таки этапы организации проведения нагрузочного тестирования. То есть, собственно, как оно должно строиться. Вот, итак, после того, как было принято решение о необходимости и целесообразности проведения нагрузочного тестирования, вот, существует некая последовательность шагов, выполняя которую можно успешно провести нагрузочное тестирование. И проблемы с самим нагрузочным тестированием, и не только с тестированием, можно выявить благодаря этому на более ранних этапах. То есть, начнем. Значит, вот, в принципе, здесь все суммарные этапы. Поподробнее каждый из них посмотрим. Сбор и обработка информации. Вернусь, расскажу, что вот эти этапы, которые мы сейчас будем обсуждать, сразу, чтобы было видно, я не обозначил их цифрами. Хотя можно было бы поэтапно распределить, а все-таки это этапы, это нужно быть с первого там по n, да? Но нет, на самом деле сбор обработки информации происходит буквально до поздних самых этапов, до запусков тестов и получения результатов, и, может быть, еще что-то поменяется. Ну, это реалии таковы. Понятно, что в идеале было бы и не завершая первый этап, не переходить ко второму, но такого не бывает, там уже по гибкой методологии. Разработки, это тоже очень правильно. Разработку методики можно писать и во время того, как вы будете собирать информацию, и пока будете готовить тестовое раскружение, и даже когда будете разрабатывать сценарий. То есть процессы, они могут идти параллельно. Начнем с первого, значит, сбор и обработка информации. Значит, ну понятно, что всю информацию было бы лучше всего получать из спецификации либо технического задания, ну или прочей любой другой документации, которая существует у вас на проекте, которая она ведется. Опять-таки, несколько утопично, исходя из практики, редко очень бывает, что, во-первых, сразу понятно, что нагрузочное тестирование необходимо, не сразу понятно, что на это надо писать требования. Поэтому приходится
Если вы все уже доказали, что и было принято решение, что необходимо и целесообразно проводить регрессивное тестирование, и нет спецификации, опять-таки повторюсь, необходимо добиться того, чтобы оно там появилось. Это прям самый правильный вариант. Если нет, в любом случае будете к этому готовиться, собирать информацию, основываясь на своем опыте, там, да, на опыте, не знаю, коллег, если это первое тестирование, собирать информацию из логов на тестовых и традиционных серверах, особенно если у вас есть какое-то разграничение в команде по тому, кто проводит какие виды тестирования, функциональное, нефункциональное. Если, если у вас есть такое разграничение, как раз-таки можно у людей, которые занимаются функциональным тестированием, попросить их провести ну, тот или иной сценарий и посмотреть, какие запросы, например, в логах проходит во время выполнения сценария, чтобы эти запросы потом можно было у себя использовать в профильное игрушечное тестирование, о нем поговорим чуть попозже, для как раз-таки составления сценария под нагрузочным тестированием. Ну и да, конечно же, люди, это чуть забегая по вопросу о коммуникациях, люди будут являться тоже одним из ключевых способов добычи информации, то есть это понятно, как я уже говорил, инженеры по функциональному тестированию, аналитики и, конечно, разработчики. Разработчик в идеале должен знать всю эту кухню изнутри, поэтому он может поделиться и телом для постзапроса, который вам так необходим для своего сценария, может поделиться какими-нибудь нюансами архитектуры, неявно выраженные в техническом задании, которые аналитикам не может сказать. Поэтому, да, коммуникация необходимо также поддерживать. Вообще, специалист по нагрузочному тестированию, если это фигура не смежная с другими видами тестирования, то есть если этот человек не занимается параллельно и просто функциональным ручным тестированием, и, не знаю, там, написанием документации для этого ручного тестирования, как раз таки тест-кейсов обычных, там, не занимается... ну или в меньшей степени занимается автоматизацией в привычном понимании, то есть автоматизация деятельности пользователя через какой-нибудь Selenium, да, то есть повторение шагов, эмулируя работу пользователя в браузере, то человек, такой специалист, он зачастую не сильно знает продукт досконально, то есть если он занимается чисто нагрузочным тестированием, то он знает именно ту часть, которая необходима ему для составления сценариев, да, и все технические требования. А поэтому, конечно, человек, который занимается функциональным тестированием, он больше знает продукт, и он как раз-таки может помочь хорошо. Так, сейчас я вижу вопросы, сейчас секундочку прочту. Так, прочтение в 2 минут. Ну, на самом деле, нагрузочное тестирование и то, мы еще до этого дойдем. Бывают разные виды нагрузочного тестирования. Бывает поиск максимума, то есть выявление, сколько у вас, ну, допустим, ваш сайт держит максимальное количество пользователей, ну, за неявный промежуток времени, да, то есть он будет зависеть от того, насколько вы будете интенсивно поддавать нагрузку. И бывает вид тестирования надежность, который подразумевает где-нибудь там от 50 до 70% от максимальной нагрузки, но в продолжительном течение времени, допустим, там 24 часа или 2 суток, это прям идеально было бы, ну, чтобы понять, сколько у вас может ли ваше решение, ну, в данном случае вы о сайте спрашиваете, может ли оно выдержать такое количество пользователей на длительный период. То есть, в принципе, и то, что вы написали, оно и то нагрузочное тестирование. Так, второй вопрос по проекту. Не совсем понял вопрос. Если тестируете чужой проект, информацию про проект, чужие проекты,
И в принципе, ваши баги, которые вы должны находить как специалист по нагрузочному тестированию, это проблема с производительностью, это высокая утилизация системных ресурсов, например, ЦПУ, либо утечки памяти какие-то. Вот это ваш хлеб как специалист по нагрузочному тестированию. Если вы занимаетесь всем, и функциональным, и нагрузочным тестированием, то, ну, конечно, в ходе тестирования будете находить разного рода баги, в том числе и функциональные. Но на самом деле, если вы занимаетесь нагрузочным тестированием, и к вам попало решение, которое не работает, которое не дает вам возможность даже написать сценарий, понятно, что вы будете заводить там дефекты, блокеры на то, что у вас вообще не работает приложение. Ладно, что я отвлекся. Да, потом прочитаем вопросы. Собственно, по сбору информации поговорили. Давайте переходить дальше. Там еще есть интересные моменты. Значит, разработка методики по нагрузочному тестированию тоже одна из ключевых вещей, потому что в работе тестировщика очень имеет место быть важная часть – это документирование его деятельности. То есть, если у разработчика это конкретно его задачи, описанные в системе постановки задач, там где-нибудь, либо Jira, он по ним их закрывает, он по ним отчитывается, ну и, конечно, его код, то в тестировании, для функционального тестирования, это тест-кейсы, для специалиста по нагрузочному тестированию, это как раз-таки методика по нагрузочному тестированию и отчет по нагрузочному тестированию. А вообще, можно, и даже так делают, если не выделяют отдельно специалиста по нагрузочному тестированию, и большой документ входит все работы по нагрузочному тестированию, в этот документ называется тест-план. Ну, собственно, он основной документ, в котором описывается весь объем тестирования. Вот одним из пунктов тест-плана может быть все деятельности и работы по нагрузочному тестированию входить. Но лучше, конечно, если это идет прямо работа целенаправленная по нагрузке, лучше вынести в отдельный документ, потому что он сам по себе получается не маленький по объему. И его, конечно же, потом и читать приятнее, и писать приятнее. Собственно говоря, да. Основные сущности, давайте на них немножко поподробнее тоже посмотрим. Вдруг предстоит писать. Понятно, что раз это документ типа тест-плана, сокращение и терминология должна непременно входить, чтобы любой человек, который даже не занимается, допустим, нагрузочным тестированием, мог взять этот документ и понять, о чем идет вообще речь. В цели тестирования тоже понятно. Вы должны грамотно описывать, какие цели перед вами ставятся. То есть продукт, там архитектуру можно описать, указать, необходимо провести нагрузочное тестирование такого-то продукта для выявления там того-то максимальной производительности, для выявления того, что соответствует требованиям, описанным в спецификации, ну и прочее. Цели, в принципе, в зависимости от видов тестирования, которые дальше будем говорить, преследуются. То есть, возможно, это просто какие-нибудь стресс-тесты, либо проверка на отказоустойчивость системы, ну, не проведение полного цикла нагрузочного тестирования со всеми его возможными видами, вариантами тестов, а какие-то узконаправленные. Ограничение тестирования тоже необходимо ввести, потому что бывает, что если идет описание на методике нагрузочного тестирования всего продукта, то зачастую из-за того, что продукты это в современном практике разработки программного обеспечения, это зачастую не что-то единое, это чаще часть интеграционной взаимосвязи. То есть, допустим, у вас есть ваше решение, которое интегрируется с соседним решением, которое, в свою очередь, интегрируется с еще одним соседним решением. Вот зачастую существуют ограничения определенные, которые не позволяют вам в полном объеме что-нибудь протестировать. Но такие вещи тоже, конечно, надо описывать, чтобы потом с вас не спросили. Объект тестирования, тоже понятно, всю архитектуру надо описать, это тоже как в плане описывается, что мы тестируем, там из чего он состоит, все описать, в принципе, тоже понятно. Стратегия тестирования. Вот стратегия уже
более интересная вещь, потому что как раз-таки здесь вы должны описать как, конкретно, какие виды тестирования вы будете применять. Поговорим о них как раз здесь поподробнее. Например, виды тестирования существует определение максимальной производительности. Как его необходимо осуществлять? Вот, допустим, вот есть вопрос был про сайт. Да, есть у вас сайт? Вы можете сразу, допустим, отправить на этот сайт 10 тысяч пользователей единовременно, и у вас сайт сразу загнется. Правильно ли это будет тестировать? Вы определяете максимум. Вы определили максимум, что 10 тысяч я отправил, и сразу сайт загнулся, все, 10 тысяч не держит. Правильно ли это будет тестированием? Нет, это будет неверным, потому что куда разумнее делать нагрузку, подавать пошагово. Причем пошагово с определенной периодичностью, с определенным порогом, либо шагом увеличения этой самой нагрузки, плюс еще давать время на стабилизацию. Ну вот, например, выявили мы самый идеальный пример, опять-таки я возвращусь, если у нас есть требования. Допустим, у нас в требованиях есть условия по производительности. Мы должны держать 10 транзакций в секунду. У нас должно приложение нормально играть, какой-нибудь веб-ресурс. Мы делаем минимальный порог 10 транзакций в секунду. Ну, просто потому, что если мы и это не держим, то уже все. Мы уже не проходим по требованиям, и уже, по сути, продукт невалидный, это блокер для нас. Делаем минимальный порог 10 ТПС в секунду, транзакций в секунду. ТПС – это транзакт по секунду. Ну, дальше я буду так называть ТПСами. Это вот, чтобы было понятнее. Допустим, 10 ТПС у нас будет первая ступенька. Все, прогнали на 10 ТПСах, там, 10 минут. Увидели, что система держит. Увеличиваем еще, допустим, на 5 ТПС. Ну, делаем порог в 50%. Лучше, конечно, меньше. Я маленький пример взял. Ну, допустим, если не 10, а 100, тогда бы мы увеличили где-нибудь по 25. Ну, сейчас расскажу про 5, чтобы нагляднее было. Делаем порог в 5 ТПС, и каждый там увеличение на 5 ТПС тоже не сразу, а с увеличением, допустим, в минуту по 1 ТПСу, то есть за 5 минут у нас набегает новых 5 ТПСов, получаем 15 и еще 10 минут делаем ступеньку, чтобы увидеть, что нагрузка стабилизирует, все он держит. И так доходим, допустим, там до 45 ТПСов и видим, что на 45 у нас уже падает. На 40 еще ничего держится нагрузка, то есть мы должны параллельно мониторить системные все метрики, должны мониторить время отклика, это основное, что для веб-приложений является критерием для оценки его качества, то есть время отклика, это как раз-таки время, когда мы отправили запрос и получили ответ. Ну, по сути, это утрирую так. То есть бабушка какая-нибудь сидит и хочет, там, я не знаю, оплатить свои услуги ЖКХ, и сидит и жмякает на эту кнопку. Ну, для нее это просто кликание по кнопке, да, но на самом деле там проводят какие-то транзакции, да, отправляется запрос на сервер, оттуда в базу данных, оттуда какие-нибудь еще запросы отрабатывают, джобы, и отправляет, получает бабушка ответ. Вот она сидит, жмякает, и у нее минуту ждет, две, ничего не происходит. Вот это все, это провал с точки зрения производительности. Веб-приложение по-хорошему до 5 секунд должны отрабатывать все ваши клики, а лучше еще и до 3, ну, в зависимости от того, насколько тяжелое приложение. Если оно отрабатывает по полминуты, минуту, это значит, что повод для того, чтобы оптимизировать его. Значит, вот, выявили мы максимальную производительность, допустим, 45 это слишком много, мы уже не держим, ну, 40 ТПС, максимальная производительность. Считаем 70% от полученной суммы, ну, допустим, это будет там 30 с небольшим, так навскидку, и проводим на этом проценте тест надежности. То есть, как я уже говорил ранее, тест надежности – это такой вид тестирования, при котором осуществляется на там,
на определенном проценте, от 50 до 70, чаще все-таки лучше 70 брать, но с длительной нагрузкой, то есть там, допустим, 24 часа. Кто-то делает по-разному. На самом деле я знаю людей и компаний, которые проводят этот тест надежности всего на 2 часах, по-моему, это даже Яндекс. Кто-то проводит там полдня, там 10 часов. Но на самом деле чем больше, тем лучше. То есть по-хорошему, если вы прогоните неделю этот тест, это все будет упираться в возможности, да, компании, ресурсах. Если вы неделю будете гнать, вы прям будете уверены, что вот у меня приложение, оно действительно проводит неделю при нагрузке такой хорошей, и оно не падает. Это будет прям идеально. Но тут все будет зависеть, опять-таки, от ваших возможностей. Еще какие? Отказоустойчивости или недоступности внешней системы. Как я уже говорил, бывают интеграционные взаимосвязи очень часто. Допустим, вы тестируете какую-нибудь функциональную подсистему. Эта функциональная подсистема входит в целый комплекс полного продукта. То есть, допустим, у вас есть огромный продукт решения по выдаче кредитов, ипотеки, страхования, а вы тестируете только свою часть, ну, а, допустим, выдачи кредита. Сейчас я расскажу и на вопросы еще отвечу. Выдача кредитов. Вам все эти функциональные подсистемы между собой, они взаимодействуют, и падение одной из них, ну, в тот или иной определенный промежуток времени, существенно ударит по вашей функциональной подсистеме. То есть, если у нее настроены взаимодействия таким образом, что она не может функционировать обособленно, то при падении с интегрированности системы она тоже понесет, скажем так, ущерб и, возможно, не будет отрабатывать часть транзакций. Вот, вот это хорошо тоже проверять. Путем пускания, запуска теста какого-нибудь, даже на 24 часа от этого надежности, отрубанием вот этих интеграционных взаимосвязей и наблюдением, что ваша система после того, как вы эти интеграционные взаимосвязи восстановили, ваша система восстановит также нагрузку. То есть, вот, допустим, у вас задержалось там 30 ТПСов ваших, которые вы пустили, вы заглушили, я не знаю, ну, либо один сервак у вас на двух серваках, вы заглушили один сервак, либо интеграционную взаимосвязь убили, либо еще какой-то компонент, который у вас использовался, вы его убили, не знаю, заглушку какую-нибудь, вы ее убили, у вас проработало 15, там, 20, 30 минут в таком стрессовом режиме, когда у вас что-то не работает с кучей ошибок, система, у вас нагрузка упала с 30 ТПСов до 3, вы включили интеграционную взаимосвязь, и у вас система восстановила работу. То есть она не продолжила умирать на 3 ТПСах держаться, она у вас восстановилась. Вот как раз таки это проверка на отказоустойчивость и на восстановление системы. Их может быть огромное количество, то есть вариантов этого отказоустойчивости, допустим, при повышении максимальной нагрузки. Допустим, вы знаете, что у вас максимальная нагрузка 45 ТПС, он уже становится плохо. А вы целенаправленно даете больше, допустим, 90 вы даете, у вас система загибается, и вы откатываетесь на эти 30, которые вы знаете, что система поддерживает. Если после отката у вас система опять-таки начинает нормально функционировать, а не умирает, все, то это опять-таки считается тест пройденным. Вот, и таких тестов, видов можно придумать и самостоятельно, ну, в зависимости от того, какие у вас используются технологии, какие у вас используются компоненты и взаимосвязи, можно придумать с отключением какого-нибудь очередей для того, чтобы убедиться, что они там не копятся, допустим. Ну, это как примеры. Да, я тут чувствую, уже про инструменты пошли вопросы. Давайте тогда немножко дальше пройдусь, чтобы к инструментам подойти. Да, про инструменты тоже поговорим. Gmeter, даже маленький тестик напишем, посмотрим. И что еще? Да, про инструменты поговорим.
Так, у нас дальше идет тестовый стенд. Тестовый стенд, тоже внимание ваше обращу на то, что нельзя проводить тестирование и использовать тестирование приложения и использовать инструментарий на одном и том же стенде, понятно. Плюс нельзя, чтобы у вас функциональные тестировщики на этом же стенде тестировали, потому что это чревато, вы можете им загубить тест, они могут вам загубить тест. Поэтому тестовый стенд лучше всего иметь свой, то есть даже не делить его с автоматизацией, чтобы не было каких-то проблем. Чисто свой тест для нагрузочного тестирования. И инструментарий разносить на другой стенд. Потому что инструментарий при нагрузке тоже, как в качестве генератора, да, нагрузки, он тоже будет очень сильно нагружать CPU, и память будет нагружать своего стенда. Поэтому для решения чисто один голый, свободный стенд с стабильной нагрузкой, чтобы у него не было никаких пиков, ничего в нагрузке, когда приложение еще не нагружается. То есть оно просто стоит, оно даже не используется. У вас должно быть по минимуму используемого на этом стенде загрузки CPU, загрузки памяти, дисков и всего остального, сети, чтобы его не трогали. Тогда у вас будет тестирование, ну, приближенное с показателями, приближенные к настоящим, действительным, а не какие-то мерные, выдуманные вами получатся результаты. Значит, моделирование нагрузки. Моделирование нагрузки – это как раз-таки составление, ну, совокупности, давайте объединим с планированными тестами. Это как раз-таки составление профиля нагрузки, который будет определять у вас, какие именно сценарии вы будете использовать. То есть, например, понятно, что вот, да, допустим, есть у нас веб-приложение по выдаче ипотеки, кредита. Все ли надо там тестировать, нагрузки подвергать? Нет, не все. Либо, допустим, какой-нибудь другой сайт. Для него важно самое первое – это авторизация. То есть у вас есть куча уровней вложенности у веб-приложения, там у сайта какого-то. До каких-нибудь очень-очень далеких ссылок доходит далеко не все. Туда лезть не надо. Надо проверять самые основные, самые востребованные пользовательными сценарии. То есть авторизация, там, я не знаю, в качестве ипотеки – это как раз-таки зайти вот в эту… на эту вкладку по выдаче ипотеки, внести там все эти данные и совершить эту самую выдачу. На какую-то страницу FAQ заходить не надо. Там еще какие-то такие вещи, ну, они, их не следует подвигать нагрузки, просто по той простой причине, что они будут слабо пользователями применяться. Поэтому такие вещи либо надо согласовывать с заказчиком-аналитиком, если они не прописаны в спецификации, опять-таки, техническом здании, либо выявлять самому вместе там с функциональными тестировщиками и как раз-таки согласовывать, что вот будет такие-то виды тестирования применяться, то есть по таким-то сценариям. Ну, собственно говоря, из функционала будет и так понятно. Допустим, хорошая практика делать по аналогии с автоматизацией. Автоматизация делает по аналогии со смок-тестами функционального тестировщика. То есть есть определенный набор самых важных функциональных тест-кейсов, которые тестировщики проходят. Вот это зачастую основной функционал. Да? И вот это основной функционал и автоматизирует, и нагрузкой чаще всего используют. Ну, просто потому, что это самое основное. Значит, про тесты тоже проговорили. Мониторинг тоже очень важная вещь. Мониторинг. Вот вы провели нагрузочное тестирование. Вы в реальном времени можете определить, так, у меня течет память, у меня CPU нагружается, у меня еще какие-то проблемы. Но после того, как вы провели это тестирование, вам необходимо все эти результаты какие-то зафиксировать, где-то сохранить. То есть
А – это мониторинг во время теста, который вы должны проводить. Лучше всего проводить его либо тем инструментарием, который вы проводите, но не каждый инструментарий предоставляет возможность хорошо проводить мониторинг. Иногда приходится пользоваться стандартными утилитами, как Workfront для Windows, либо стандартными линуксовскими мониторингами, которые у них существуют. Лучше всего использовать какие-нибудь специальные инструментарии типа Grafana, которая берет данные из InfluxDB, куда, в свою очередь, допустим, кладет какой-нибудь телеграф. Это инструмент, который агент, который собирает системные метрики, сохраняет их в базу, из этой базы уже можно настроить их графаны. Это инструмент, который визуализирует полученные метрики. Либо можно использовать, ну, самые примитивные, тем же самым Gmetr, подключать, ставить агентов Gmetr на сервера, с которых необходимо собирать информацию, системные метрики, и уже из этих агентов получать необходимые вам данные. Тоже как вариант. Еще один инструмент, LoadRunner, в совокупности с Performance Center, о нем тоже позже поговорим, он прям отлично визуализирует и показывает вам, что происходит с вашими ресурсами, то есть мониторинг тоже на хорошем уровне, тоже как вариант. И так, что еще у нас? Оценка точности поведения. Оценка точности поведения. Так. Да, я совсем забыл, что есть еще и слайды. Запуск тестов. А, это следующее. Ну, оценка точности по тестированию также важна для того, чтобы понять, как вы с какой точностью вы можете провести тестирование. Потому что, во-первых, не всегда у вас тестовое окружение такое, как продукционное, то есть необходимо проводить масштабируемость. Допустим, у вас на проде используется 24 гигабайта памяти на сервере с очень там хорошим процессором, там, 8-ядерным, в то время как у вас на тестовом стенде используется всего 6 гигабайт оперативной памяти, ну, это максимум, который вы можете себе позволить, с какими-нибудь там двумя или четырьмя ядрами процессор. То есть масштабируемость в этом случае может иметь место быть, но так или иначе это определенные риски, и это тоже надо указывать. Так, ну, времени остается не так много, поэтому сейчас постараюсь побыстрее, чтобы еще на ваши вопросы ответить успеть. Так, подготовка тестового окружения. Значит, что в нее будет входить? Как уже говорилось, если не существуют интеграционные взаимосвязи, возможно их заглушить. То есть разработать, это уже будет чистая вида разработка, разработать заглушки, так называемые, это эмуляторы на самом деле, интеграционных взаимодействий, которые позволят вам отключить, отрубить, уничтожить, грубо говоря, ту систему, которая может вам повлиять на точность результатов при проведении вашего нагрузочного тестирования. То есть, если вы тестируете какую-то конкретную часть, не систему в целом, такое редко бывает, что прям полностью систему тестируют, обычно ее бьют. И если вашу часть невозможно протестировать, только убив взаимосвязи, то очень правильно будет писать заглушки. Значит, сборщики метрик, о которых я говорил, допустим, это агенты телеграфа, либо агенты Gmetr, которые вам позволят собирать метрики, которые в дальнейшем можно будет уже визуализировать. Генераторы нагрузки тоже понятно. Это, допустим, тот же самый Gmetr, либо LoadRunner, у них существуют свои генераторы нагрузки, которые, ну, все понятно, генерируют нагрузку на сервер по вашим сценариям. Очень интересная вещь такая, как автоматизация по работе с тестовым окружением. Это в рамках DevOps, тоже рекомендую применять. Заключается она в том, что
заключается она в том, что вам необходимо так или иначе запускать тесты, вам необходимо тестовое окружение поддерживать, допустим, чистить логи, либо снимать дампы, либо еще какие-то действия проводить, на которые вы бы тратили там какое-то определенное время ненужное. Это можно автоматизировать. Очень хорошо сейчас продвигается в рамках DevOps Continuous Integration всякие системы типа Jenkins, TeamCity, в которых можно запускать тесты. Тот же самый Gmeter, допустим, можно запускать, получать результаты, там, чистить логи у ваших заглушек, там, отключать, перезагружать заглушки и так далее и тому подобное. Это раз. Это одна очень хорошая особенность, что, как любая автоматизация, вы будете тратить на это меньше времени и просто будете кайфовать, что вы нажимаете одну кнопку, у вас все работает. Это раз. А второе, очень классно, что может делать запуск человек, который не создавал это. То есть вы все создали, написали сценарий, все разработали, у вас все отлажено, вы написали автоматизацию к своему нагрузочному тестированию и ушли в отпуск. А в это время необходимо вышел какой-то очень жесткий релиз, который надо быстро-быстро протестировать, вас нет, и все. На этом бы все и закончилось, но нет. Любой человек может зайти, нажать на кнопку и получить результат. Ну, если все отработает, такое тоже бывает, к этому надо стремиться. Если все отработает, он, не зная, как это все кухни, как это все варится, он просто сразу получит результат. Ну, не сразу, конечно, по истечении там тестов, которые у вас прогонятся. Но вот эта вещь тоже очень классная. Советую всем на нее внимание в дальнейшем обращать. Собственно говоря, сценарии разрабатываются, да, по профилю нагрузки, как я уже говорил, которые надо тоже согласовывать по-хорошему. Да, мы поговорим еще. Gmeter, да, он является бесплатным инструментом. Сегодня посмотрим. Я даже для начинающих, ну, в смысле, если вы тестируете особенно веб-решения какие-то, используя Gmeter поначалу, а потом уже углубляться на какие-нибудь другие инструменты, типа фреймворков различных, там есть и Grinder, есть и... ну, в общем, посмотрим еще. Разные есть. Gmeter из них самый популярный, и по нему больше всего различного рода документации, уроков и прочего. И так вот, сценарии пишутся, да, по профилю. Для того, чтобы написать качественный сценарий, можно опять-таки воспользоваться своими коммуникациями, как я говорил, это очень важно, пообщаться с функциональными тестировщиками, если этого нет в техническом задании. Да, пообщаться с разработчиками, аналитиками, то есть по составленному профилю вашему написать сценарий. Значит, сценарий пишется в зависимости от инструментария, который используется. Он может быть как полностью спрограммирован, так может быть там частично спрограммирован, так может быть вообще никак не спрограммирован. В том же самом Gmeter либо LoadRunner существует возможность проксирования трафика, что позволяет вам, если проект несложный, буквально за небольшой промежуток времени составить реально работающий сценарий. Ну, единственное, почистить его надо, потому что проксируется в основном все запросы, а вам необходимы только избранные, да. Ну, это с практикой можно убедиться, какие вам нужны, какие нет. И на самом деле довольно быстро сделать какой-нибудь такой простенький тестик. Ну, это так. Это если либо надо быстро, либо если вы мало знаете, как написать это самостоятельно. В идеале, конечно, лучше писать запросы, даже если это не надо программировать, писать запросы, создавать вручную. Так тестирование будет более качественное. Значит, запуск тестов. Анализ результатов тоже, в принципе, понятно. И когда вы написали готовый сценарий, вы организовали все ваше тестовое окружение, у вас уже все поднято, вы, ну, буквально все уже учли, вот только тогда запускаете тесты. Потому что если вы запустите тесты, получите какие-то результаты, и хуже всего еще вынести какой-то определенный вердикт, то есть какие-то выводы сделаете, а вы забыли на предыдущих этапах, о которых я рассказывал, какую-то деталь,
то потом будет очень обидно, потому что потраченное время, потому что, как я говорил, некоторые тесты, они длительные, тот же самый тест надежности, он 24 часа. Если вы... У вас тест может не провалиться, да, у вас тест может показать максимум, что вы там держите всего 40 ТПС, вы на основании этого делаете на 30 ТПС делаете тест надежности, а потом уже, когда уже все сделали, а потом выясняется, что вы где-то накосячили на этапе, не знаю, подготовки тестового окружения, и какие-то настройки у вас там некорректные, вы не так все это сделали, настроили, и выясняется, что на самом-то деле у вас итерация абсолютно неправильная, и что вы можете не 40 там ТПС максимально держать, а 140. И вот уже не 140 на однодерность проводить, а на 120, там, на 115. И это уже совсем другие показатели, это уже совсем другие выводы. И на самом деле вы потеряете там полтора дня как минимум на все эти тесты невалидные. Поэтому надо быть очень внимательным. Да, ну и вердикт, соответственно, выносить надо на основании чего? Вы провели тесты, вы получили результаты в визуализированном виде, вы видите с помощью своих систем мониторинга, вы видите, какие у вас происходили изменения, ну, допустим, самый конкретный это тест поиска максимума, какие происходили у вас изменения системы во время того, как вы проводили тест. То есть вы видите, планомерным увеличением нагрузки у вас что происходит? Растет, допустим, ЦПУ. ЦПУ растет. Так, что у вас происходит с памятью? Память растет. Так, ну, в принципе, растет и растет. Это понятно. Нагрузка увеличивается, все это растет. Это не может быть там иначе. Если вы грамотно составили профиль, и нагрузка у вас нормально идет, то это будет происходить. Но вы видите, как только у вас, допустим, общий процент ЦПУ всех ядер превышает там 80-80%, это уже является, по сути, критической точкой. То есть... Или даже если у вас там в 100 ушло, да, то вы сразу понимаете, все, тест у вас закончил, он невалиден. Потому что 100% загрузки ЦПУ, все, это рост времени отклика, это недовольные пользователи, это жалобы, это провал. Либо, еще один пример, тест надежности. 24 часа, вы видите, что, допустим, у вас решение какое-нибудь на Java, у вас... должен garbage коллектор отрабатывать там каждые 2 часа, ну, не знаю, это я к примеру привожу, да, каждые 2 часа. Вы видите, что у вас растет память там, да, и каждые 2 часа у вас идет скачок ЦПУ, правильно отрабатывает garbage коллектор, и память у вас падает. Если у вас, это нормальное поведение, если у вас за все эти 24 часа ни разу не сработал garbage коллектор, если у вас память только растет, не уменьшается ни разу, то это как минимум повод призадуматься. Это не всегда является, что это вот сразу утечка памяти. Нет, надо тоже разбираться, смотреть, может быть, просто выделено приложение столько памяти, что garbage collector еще не успел отработать, либо он отрабатывает не совсем правильно, может, какие-то другие настройки. Но это в любом случае надо разбираться, это потенциальный дефект, причем даже критический очень дефект. Это повод разобраться. Вот на основании этого вы выносите какие-то результаты, решения, это либо будут оформленные баги, и вы уже с этим идете дальше и по обычной итерации с разработчиками решаете эти проблемы, либо это будет положительный протокол, собственно, вот к протоколу мы приходим к отчету по проведенному тестированию, это будет положительный протокол, ну и успешное внедрение в продакшн. Да, собственно говоря, как я уже говорил, существует два вида документации, которые специалист по нагрузочному тестированию проводит. Это методика по нагрузочному тестированию и отчет. Отчет является, по сути, апогеем. Да? Вы говорите, вот, это результат моей работы. Результат работы обычно тестировщика, ну, функционального, является тест-кейсы пройденные, там зеленые, вот у меня все пройдены тест-кейсы, и там все работает, я молодец, вот, я свою работу выполнил. По нагрузочному тестированию это будет как раз-таки отчет, в котором вы будете честно писать, если у вас что-то не работает, там память течет, еще что-то, вы об этом указываете. Если у вас все хорошо, все классно, ну, вы тоже об этом пишете, обязательно прикладывайте к этому
протокола запусков тестов. То есть зачем мы еще собираем весь этот мониторинг, настраиваем, зачем мы по-хорошему должны не просто ну, вот сейчас сидеть и смотреть, а еще и сохранить это в базу, ну либо где-то еще кустарно, если у вас не получается через базу ну, хорошо организовать, просто снимайте скриншоты. Не знаю, во время теста, ну, либо там прошел тест, вот просто в этом сняли скриншоты, если у вас никакой нормальной мониторилки нету, снимайте скриншоты и сохраняйте их, оставляйте у себя для того, чтобы включить в протокол и показать, вот, во время теста, вот, ну, поведение системы было такое-то. Вот такой-то тест был, такое-то поведение системы было. Это для того, чтобы, ну, во-первых, показать, моя работа выполнена. Во-вторых, скорее всего, нагрузочное тестирование будет проводиться не единожды. Редко бывает, ну, хотя ладно, в зависимости от компании. Но в основном это из итерации итерации должно проводиться, как автоматизация. Потому что если вам внедряться не завтра, то несколько итераций это будет. И если будет несколько итераций, либо еще продолжение у проекта будет какое-то, вы можете тенденцию уже отследить. Там хуже стало, лучше стало, потому что производительность – это такая вещь, которую делают в последнюю очередь. Сперва делают функциональные вещи, да, чтобы ну, решение как-то работало, а потом уже смотрят, как оно на самом деле работает. И поэтому при последующих версиях вполне ожидаем регресс. Вполне ожидаем регресс по производительности, поэтому… Неплохо у себя такие данные накапливать. Так, вопросы давайте позадаем по этой части. Так, про инструмент. Ну, я вижу, у вас про инструмент были вопросы в основном. Давайте тогда, может, по инструментам сразу дальше пойдем. По времени уже немного осталось. Вы еще разбежитесь, я не расскажу вам. Не расскажу вам интересные вещи. Так. У IBM и HP есть платные инструменты, да, есть. Да. Да, да, есть и миллион, и больше. На самом деле, давайте сразу открою этот слайд следующий с инструментарием. Вот этот монстр самый среди них, IBM-овский я здесь не включил. Это инструмент, но он, да, он тоже имеет место быть. На самом деле их очень много, всех этих инструментариев, действительно много. И тут дело имеется TPS, это transaction per second, то есть транзакции в секунду. Ну, то есть просто, по сути, ну, транзакция в секунду, операция в секунду. То есть пользователи, так иначе мы... Конечно, подаем нагрузку в пользователях, определяем их, да, но каждый пользователь определяет определенное количество действий, которые уже выявлено в транзакциях. То есть, ну, если это веб-приложение зачастую, да, ну, зачастую нагрузочное тестирование как раз такие приложения проводятся, вот, допустим, авторизация, это там, ну, ладно, там, наверное, парочку транзакций будет. Ну, ладно, утрируя, это одна транзакция. Авторизация – это запрос на сервер с какой-нибудь там с данными в теле, то есть с логином, паролем, запрос на сервер. Это одна транзакция будет. Завершение будет получение ответа на эту транзакцию, там 200 окей, да, и что вы авторизовались, там положительный результат какой-нибудь, да. И вот... Измеряются они по-разному в зависимости от инструмента. То есть какие-то инструменты их считают самостоятельно и вам отображают. В каких-то инструментах необходимо учитывать эту вещь и явно прописывать. Ну, чаще все-таки они учитываются. То есть они учитываются. Другое дело, что метрики по ним собирать, если на долгую, не всегда просто. Допустим, в том же самом LoadRunner они пишутся, да, ты результаты можешь получить, тебе все отображается, но если ты хочешь, чтобы они отображались в графане, и тебе как-то собирались они там телеграфом, еще как-то, это будет уже сложнее сделать, там уже надо немного поломать голову над этим.
Но вообще, в принципе, если инструментарием пользуются здесь и сейчас, то, пожалуйста, они почти, по крайней мере, во всех GUI-шных инструментах они присутствуют, потому что это основная метрика. Значит, так, можно проводить какого-то оборудования сети. Оборудование сети, ну, как такового оборудования, ну да, можно, но чаще на самом деле, ну, нет понятия нагрузочного тестирования какого-то оборудования. Скорее всего, вот, допустим, у меня был опыт нагрузочного тестирования Cisco. Cisco, там не было конкретно железки Cisco, надо было. У Cisco существует там большое количество, в нашем случае это было программное обеспечение на базе оборудования Cisco. Вот это программное обеспечение, да, его нагрузки там не только можно, но и нужно проводить. Вот. Ну и, собственно говоря, как-то так. Значит, перед вами инструментарий по нагрузочному тестированию. Grinder, Gatling – это фреймворки хорошие, рекомендую. Apache G-Meter сегодня мы еще посмотрим. G-Meter чем хорош? Бесплатен. В принципе, вот эти все 5 штук, которые я сегодня видел, они бесплатные. Ну, бесплатные, условно бесплатные. В принципе, бесплатные. Можно брать, пользоваться, проверять. 4 последних – это тоже классные вещи, но они платные. Но в то же время, допустим, тот же самый, да, по-моему, все 4 можно скачать пробники. Ну, то есть какие-то триалы посмотреть. По-моему, Load UI это на 30 дней, Load Runner, по-моему, тоже либо ограничение по количеству дней, либо ограничение на число пользователей. По-моему, даже последние они, по-моему, поменяли и ставили только, по-моему, 50 пользователей максимальное. Но, тем не менее, даже с ними, по-моему, можно проводить 50 пользователей, можно проводить, ну, какое-нибудь такое слабенькое нагрузочное тестирование, или хотя бы познакомиться. Вообще, советую, конечно, познакомиться. Инструмент хороший, но очень-очень дорогой. Его могут позволить у нас в России компании только с большим бюджетом. Ну, Сбербанк Технологии, знаю, используют. Кто у нас еще? Ну, банки, на самом деле, почти все, наверное, банки, которые действительно себе могут позволить, они используют этот инструмент. Он классный, действительно, можно десктопные приложения, мобилки, там всякого разного рода другие варианты нагрузочного тестирования, чего только не пожелает душа. Да, проксирование существует, можно писать кодом на C, на Java, там на других языках тоже можно писать непосредственно сценарии. В него входит, собственно говоря, еще анализер и контроллер. Плюс еще такой монструозная вещь, как Performance Center. Performance Center – это такая, тоже филиппаковская, это такая интегрированная вещь с LoadRunner, в том плане, что это веб-решение, которое позволяет загружать LoadRunner-овские сценарии и запускать их у себя. Во-первых, используя огромное количество генераторов самых всяких разных. Ну, собственно, раз это веб-решение, оно позволяет удаленно, так как LoadRunner это десктопные все-таки вещи, а здесь оно позволяет удаленно запускать тесты, получать результаты, работать с разграничением пользователей по всяким ролям. LoadRunner это, понятно, это то же самое, что Swap UI, но только чисто для нагрузки они такое решение сделали. Тоже вещь любопытная. Яндекс.Танк тоже хорошая вещь, но ее обычно рассматривают как составную часть с G-метром. Ну, то есть обычно делают G-метра плюс Яндекс.Танк, и тогда получается вообще Яндекс.Танк способен вам про не только, ну, нагрузку генерировать, но и продемонстрировать какие-то уже вещи визуально лучше, чем G-Meter. Вот. Ну, что у Grinder есть интеграция с Jira. Вот. Ну, в общем, на самом деле, я бы рекомендовал для начала с G-Meter познакомиться, потому что все-таки это самый популярный инструмент, и сколько уже лет, и популярность не падает. Да,
Время у нас уже час прошел, но я думаю, если не против, задержимся немножко. Про джиметр еще чуть-чуть расскажу и простенький тест покажу. И на этом будет все. Значит, джиметр, как я уже говорил, существуют у него агенты для сбора метрик. То есть вот, существуют генераторы нагрузки. А это клиент, в данном случае будет выступать джиметр, который, собственно, и будет генерировать по вашему сценарию нагрузку на приложение необходимое. Нагрузку подавать на сервер, да, на сервере, которым будет стоять само приложение. На этот сервер также необходимо ставить сервер-агент. Он не будет у вас много грабить памяти, ЦПУ и всего остального. Он довольно лояльный в этом плане. Поэтому, да, и чтобы не использовать, допустим, тот же самый Perfone, гораздо приятнее использовать сервер-агент Jmeter, который будет вам собирать системные метрики и отдавать их вам обратно на клиента, да. И по результатам теста вы сможете уже увидеть все эти метрики, то есть графики своего рода, посмотреть, ну, как у вас проходил тест. Вот. Эта вещь хорошая, с учетом того, что Jmeter следует запускать из консоли, и очень классно запускать, допустим, из Continuous Integration, типа Jenkins, TeamCity, запускать тест на Jmeter, он прогонится, агент соберет все необходимые метрики, отправит вам, все, вы в итоге получите, ну, визуальное подтверждение вот вашего теста. Так, ну, собственно говоря, так, люди-то не разошлись еще, то я сейчас подайте кто-нибудь там, поставьте плюсик, кто еще остался. Я пока покажу небольшой тест на Jmeter. Собственно говоря, Jmeter скачиваем с официального сайта. Все просто. Здесь есть у нас загрузчик. Вот, можно, пожалуйста, бинарник скачать. Качаете. Я уже себе скачал, поэтому ну, сразу открою. Находится, значит, в бинах вот здесь. Здесь можно как открыть и батник для Windows, и SSH-ник для Linux, пожалуйста. Ну, в нашем случае это будет батник. Просто открывается. Да, лучше, конечно, значит, не лучше, а нужно себе Java ставить. Ну, я думаю, GLE, GDK, наверное, у большинства стоит. Если нет, то это, в принципе, тоже не проблема поставить, потому что это все-таки весь джавовская. Вот так он выглядит, ну, в современном своей интерпретации. Раньше он был светленький, сейчас как-то идет в поставке темненький сразу. Значит, давайте прям простой тест, чтобы просто показать, как это все происходит. Здесь у нас существует своего рода такая панелька с тест-планом. Создаем новый Red Group, в которой мы можем указать количество пользователей, за сколько по времени в секунду и какое количество итераций будет происходить. Если вы поставите forever, то у вас будет без установки молотить. Ну, в нашем случае просто проведем один запрос, кинем и все. Запрос, допустим, давайте отправим. Ну, сторонние ресурсы нельзя рекламировать, поэтому значит, создали еще один компонент, это HTTP request, это просто для того, чтобы отправить определенные запросы. Методы можно использовать различные. Jmeter это позволяет, тут get, post и куча всех остальных, да. Пожалуйста, если это будет пост, то тут тело все можно писать. Здесь можно указать путь. Ну, в нашем случае это будет просто главная страница. Давайте сразу же навешаем быстренько графики, которые можно собирать. Да, еще отмечу, вот когда мы запускали, не знаю, обратили внимание или нет, здесь идет сразу предупреждение. Дескать, не используйте вот этот GUI мод, который мы загрузили,
как средство для непосредственно самого тестирования. Оно должно использоваться для дебага. Но это понятно почему, потому что если вы будете нагружать с помощью вот этой UGV-шки, она у вас через определенное количество времени, там, под определенную нагрузку, она у вас умрет. Поэтому надо всегда запускать, вот даже написано как, надо запускать его из консольки. Сохранить тест, вот здесь создать тест, сохранить его и запустить из консольки. И все у вас будет отлично, у вас не упадет ваша машина, которая генерирует нагрузку, и тест не провалится. Это был такой небольшое отступление лирическое. Давайте еще навесим каких-нибудь различных графиков и табличек, чтобы посмотреть, как это вообще будет выглядеть. Так, ну давайте еще одну какую-нибудь навесим. Так, спонс какой-нибудь. Значит, что это будет происходить тест? Кнопка самая очевидная для запуска, вот она. Значит, у нас будет послан всего один запрос. Вот такой вот, вот по этому адресу. Давайте сделаем. Он предлагает сразу сохранить. Он без этого не может записать, да. Все, вот он выполнился. Сразу он после стопа ушел. Play. И давайте посмотрим, что получилось. Графиков у нас как таковых не построилось, он только одна точка маленькая. Но это понятно почему. Потому что у нас всего одна транзакция. Если у нас будет транзакций много, у нас собственный график построится. Ну, по точкам строится. Конкретно посмотрим вот на эту транзакцию. Что мы видим? Если раскрыть ее, мы видим не одну даже, а целых три. Мы сначала получили респонс код 301, потом, смотрите, еще один 301, и только потом мы получили 200-ку. Правильно ли это? Нет, на самом деле это нехорошо. Конечно, пользователь может и так заходить, как я сейчас это сделал, но чаще всего следует проверять именно правильное поведение системы, возможно, с вкраплениями некорректных действий пользователя. На самом деле это будет идеальный вариант, если у вас там на там тысячу операций у вас будет парочка невалидных. Ну, то есть это реальное поведение системы, такое может быть, что ну, некоторые пользователи работают не так, как надо, там неправильно. Это будет прям классно. Но чаще всего просто проверять действительно чистые такие правильные тесты, положительные так называемые проверки. Мы видим 300-ки и понимаем даже почему. Почему эти 300-ки вы видели? Потому что мы первый раз, видите, пошли по HTTP, нас перекинул на HTTPS, а потом нас HTTPS редиректнуло на доменную часть без 3W. Чтобы правильно сделать, надо, во-первых, вот здесь тогда поделить конкретно, какой протокол мы будем использовать, в данном случае HTTPS, и убрать наши 3W, которые мы внесли. Еще раз запускаем. Запускаем, смотрим результат и видим, что результат у нас появился уже, видите, только один запрос. Как лучше, ну то есть понятно, что 200-ка, здесь в принципе все расписано, весь результат у нас есть, по сути респонс дата у нас есть, можно по ней определять. Если это сложно, для некоторых действительно это бывает сложно, здесь есть упрощение. Вот сюда переходим на вкладку HTML, сейчас только она не всегда быстро подгружается. Да, вот этим GUI-шка не всегда хороша, если там придется немножко подождать. Ну, пока расскажу про что я пока могу рассказать. Ну, допустим, про то, что на HTML-ке мы в дальнейшем увидим непосредственно, как это будет выглядеть. Значит, вот он подвисло совсем. Сейчас придется подождать. Но поэтому я лично не люблю этим пользоваться, потому что вот такие вещи выбивает тебя из колеи. Поэтому по респонзам проще смотреть. 200UK это все валидное, в принципе, сообщение. Но, конечно, надо посмотреть. Вот, наконец-то подгрузилось. Вот наша страничка. Она, конечно, без CSS, без всяких подгрузилась. То есть не в том виде, в котором мы привыкли ее видеть, да, наш GeekBrains. Но, тем не менее, мы видим, что на самом деле вот, контент подгрузился.
Ну, тут же здесь можем пронаблюдать, что у нас было. То есть мы видим здесь 301, здесь мы видим, что вы будете директнуты. И здесь тоже у вас будет эта страничка валидная. Так, давайте почистим и вернемся обратно, а то будет у нас очень долго. Очень долго у нас будет загружаться в следующий раз. Еще один маленький запросик давайте добавим, реквестик. Допустим, какой-нибудь пав добавим. Некорректный. И запустим еще раз. Что мы видим? Это у нас прошел некорректный запрос. Вот так он выглядит. Мы получили 404. Ну, собственно, мы не нашли эту страничку, нам выдало 404. В принципе, тоже нормальное поведение. Надо посмотреть, где вы накосячили, и тогда исправить. Но если бы здесь был путь правильный, тогда бы было все нормально. Давайте немножко поувеличим. Допустим, сделаем 35, допустим. Вот увеличили количество пользователей и количество выполнения, то есть loop count. Сейчас, вот, пожалуйста, время выполнения. Вот здесь было, сколько у него пользователей было, по-моему, да. Так, ну и вот видим наши транзакции там. Они не идут зачастую. Видите, они, у нас должна была быть вот так вот. Положительная фейл. Но при нагрузке они иногда перепутываются. Очень трудно добиться в Gmetry, чтобы они шли все как надо. Поэтому там только за счет тайминга получится. Но и то при минимальной нагрузке. Поэтому, в принципе, это поведение нормальное. Вам главное суммарное количество транзакций. Вам не надо, чтобы прям последовательность была правильная. Вот это уже в таблице выявлены результаты, тоже можно посмотреть. Здесь прописывается как раз-таки время коннекта. Вот график уже более-менее похож на правду, да? Уже не просто так. Что у нас еще? И здесь response time. Пожалуйста. В принципе, здесь это можно было увидеть. Но на самом деле графики здесь в стандартном наборе, они не самые показательные, не самые красивые. Есть дополнительные наборы плагинов для Gmetry, в которые входят как раз таки вот такого вида графики. Вот я тоже советую, если Gmetry пользуетесь, скачивайте их, и будет вам гораздо удобнее. Ну, как на мой скромный взгляд. Так, ну, собственно говоря, пожалуй, все на этом. Давайте вопросы еще. Последние задавайте. И закругляться будем. Так, вопросов, похоже, больше уже нету. Или у нас какой-то жуткий пинг идет. Пожалуйста. Ну, я на самом деле хотел
Да, но я думаю, что было бы интереснее больше практики, но решил, так как не нашел в вебинарах вообще по нагрузочному тестированию каких-то конкретных, решил более общую информацию показать, чтобы какое-то представление было у людей. А в принципе инструментарии, они не такие, они настолько сложные, чтобы не разобраться в них самостоятельно. Там зачастую не требуется учить языки программирования для этого целенаправленно. Вот. Поэтому. Ну, пожалуйста. Ладно, тогда раз вопросов нет, тогда всем хорошего вечера. Удачи. Дерзайте. Вещь интересная на сегодня. Всем счастливо.